На минувших выходных в Химках в очередной раз прошла всероссийская акция под названием «Тест на ВИЧ-экспедиция». В такие дни бесплатно и анонимно пройти тест на инфекцию может каждый желающий, независимо от места жительства. Это брендированная машина – настоящая передвижная лаборатория. Анализ здесь делают безболезненно и быстро. Результат известен уже через 5 минут. На сегодняшний день в Московской области с ВИЧ-инфекцией проживают более 41 тысячи человек. Под наблюдением врачей порядка 35 тысяч находится, на терапии находится более 26 тысяч человек. ВИЧ-инфекция – это такое заболевание, которое должно быть выявлено своевременно. В основном сейчас в эпидемию вовлекаются люди в возрасте от 30 до 50. Как правило, это незащищенные половые контакты. А в основной своей массе, то есть преимущественно инфекция передается половым путем при незащищенных половых контактах. Кроме того, инфекцию можно получить... передается еще также при пользовании стерильными иглами, шприцами. Вот. И от мамы к ребенку в случае, если мама не получала терапию. Химчанка Лилия Керенская получила флаер с информацией об обследовании на выходе из торгового центра. Решила не упускать возможность позаботиться о своем здоровье и пройти тест. Экспресс-прием сопровождался консультацией, в ходе которой специалисты доступно рассказали о пути передачи вируса, возможных рисках и необходимости регулярного тестирования на ВИЧ. Лилия, спасибо, что согласились дать нам комментарий. Было ли больно, когда сдавали анализ? Вы знаете, нет, совсем не больно. Там иголочки прям очень маленькие, практически ничего не ощущают. Вот. На ваш взгляд, насколько важны такие акции, для чего они нужны? Безусловно, они важны. Здорово, что это все бесплатно, вообще не больно и анонимно для людей, которые стесняются или боятся результата. Это прям очень здорово, потому что там не спрашивают ни паспорт, ничего, то есть никаких данных вы свои, не оставляете никакие свои данные. Это важно, потому что многие люди являются носителями и не знают об этом, и проверить свое здоровье нужно каждому. Ежегодно в акции «Тест на ВИЧ-экспедиция» участвуют свыше 30 тысяч жителей страны, в Подмосковье – около 3 тысяч человек. Ее задача – привлечь внимание жителей региона к проблеме. Специалисты напоминают, если выявить заболевание на раннем этапе, то его развитие можно купировать специальными медикаментами. В таком случае человек сможет продолжать вести полноценный образ жизни. Он сам и его близкие будут чувствовать себя комфортно и безопасно.